Я очень рад вас, дорогие наши ребята, гости нашего города, приветствовать вас в Кингисеппе. Und Herr Bürgermeister begrüßt alle Jugendlichen, alle Gäste und unsere Schüler in unserer Stadt. Многие уже мне сказали, что особенно взрослого поколения, что уже не первый раз посещает город Кингисепп в рамках этого проекта. Ja, und weiß, dass viele Personen aus unserem Projekt, besonders Erwachsene, sind in unserer Stadt nicht zum ersten Mal. И, конечно, нас очень радуют наши стабильные отношения, ну, в первую очередь, в этом проекте с нашими побратимами Зассенцем. Erfreut sich sehr über unsere Beziehungen, Zusammenarbeit an unserem gemeinsamen Projekt in Gesellschaft. И очень важно, я посмотрел на структуру проекта, что с собой несет этот проект. И, конечно, очень важно, что там присутствует толерантность, присутствует преемственность поколений, присутствует патриотизм и та история, которую вы изучаете, и 100 лет, как была мировая война, конечно, это уже прошел целый век, но вы изучаете это, поэтому мы более взрослое поколение, уже должны быть намного увереннее, спокойнее, что историю никто не перепишет и не сотрет. Und Herr Bürgermeister betont, dass er mit dem Inhalt, die Idee und auch das Programm des Projekts bekannt gemacht hat. Und er freut sich, dass der Inhalt dieses Projekts ist sehr wichtig, dass dort freundschaftliche Beziehungen zwischen unseren Völkern, dass dass wir unsere Länder lieben, dass existieren gute Beziehungen zwischen den Menschen. Und auch dieser Krieg, der vor 100 Jahren war, aber wir vergessen diesen Krieg nie, und das ist sehr wichtig für die Geschichte und auch für die Verständigung zwischen den Völkern. Конечно, как у нас говорят, кто помнит и чтит прошлое, кто заботится о людях, тот уверенно будет иметь будущее. Und Herr Bürgermeister sagt, dass es sehr wichtig ist, dass wir die Geschichte nicht vergessen, dass wir sorgen für die Menschen und das ist wichtig, dass wir hier sind. Поэтому я всем вам благодарен, всем ребятам со всех стран, которые здесь сегодня участвуют у нас в городе Кингисеппе в этом международном проекте. Я желаю вам успехов и хороших впечатлений.